Если мама была котя Kindle. Выпрям спиночку, хорошо, выпрям. Дотя, я тут. Ой, какая ты большая, как сумоист прям. Здоровайся. Всем привет, как Наиматина. Если мама была котя Kindle. Держи. Мы вчера были в магазине, да, решили взять, вернуться к My Little Pony. Посмотрим, что там у нас попадется. Крабик! Крабик! У нас еще один крабик. Только этот крабик красного цвета. Это не крабик. Это что-то другое, Матильда. У нас был оранжевый крабик, но это что-то другое. Это... Давай посмотрим, давай. Мы сейчас посмотрим на нашу инструкцию. Что это? Это такая какая-то рыбка. Точно, это рыбка. Посмотрите. Это рыбка. А, тут целый аквариум, да? Мама, и крабик, мама. И рыбки, и улитки даже есть, и киты. Мама, я уже соединила. Ты соединила уже? Ну, давай посмотрим. А ну, можно? О, какая красивая рыбка получилась. Ой, у нее хвост шевелится. Да? Посмотри, у нее шевелится хвостик и в эту сторону. Ой, только немножко выскакивает, да? Угу. Увеличивает, видите, вот палец. Или у Матильды мышку. Давай увеличим мышку тебе. Видно что-нибудь? А ну подожди. Видно мышка? Ну, что-то, какой-то эффект есть, видите? А ну подожди. Я хочу увеличить. Матильда хочет тоже увеличить мышку. Ну, поувеличивай мышку. Увеличивает? Рыбка, да, увеличивает. Рыбка, увеличительное стекло. Вот такая у нас рыбка красная. Спасибо, что подписались мне на канал. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Матильда. Всем пока-пока. Поиграешь с рыбкой своей? Да. Да? Покажи мишке. Покажешь? У нас есть вот такой мишка, он в плаще и в шапочке такой. Сейчас осень на улице, ему очень холодно, он замерз, да, Матильда? Да. Да, он замерз, и вот поэтому у него, наверное, вот такой плащик одели ему. Покажи мишку. Давай его с рыбкой познакомим, давай. Привет, рыбка. Ой, ты даешь мне прям в руки, а давай мы что-нибудь увеличим, давай. Давай мы что-нибудь увеличим. Он рыбку обнял. Все, они теперь друзья? Да, иду домой. Да. Не, гладь, иду. Ай! Иду домой. Ой, что там? Рыбка упала моя. Рыбка упала? Ничего себе. Ну, поднимай скорей. Я иду домой, иду. Оп. Все, Мишка рыбку домой понес, да? Да. Да. Ну все, Ван уже пришел домой. Уже пришел домой на подушечку? Пошел да. Спать, да? Отдыхать пошел Мишка? Да, пошел отдыхать Мишка. Я иду уже рыбку выпустить море. Рыбку выпустить в море? Да, она меня послала. Ай, мой хвост, я здесь потяну ее. Хвост починишь? Почини хвостик ей. Она будет плакать. Плакать будет? Кто, рыбка? Да.